В этом году медалистами стали 13 выпускников десногорских школ. Каждый из них выбрал свою стратегию подготовки к единому госэкзамену. Кто-то зубрил учебники ближе к концу обучения, а кто-то уделял внимание учебе на протяжении многих школьных лет. Какова бы ни была подготовка к экзаменам, главное – результат. Одними из тех, кто по праву может гордиться своим трудолюбием, стали выпускницы первой школы Десногорска этого года. Общемировая пандемия и прочие неприятности не смогли стать препятствием на их пути к золотой медали. Я думаю, что секрет подготовки в том, чтобы готовиться не за месяц и не за два до экзаменов, а целый год, размеренно, просто повторять старые материалы, усваивать новую программу, и тогда уже ближе к экзаменам выявляются твои слабые места, и ближе к экзаменам ты как бы усиленно работаешь над ними, и в итоге приходишь на экзамен готовым ко всему. Но не всегда отличный результат – залог только лишь трудолюбия. Важную роль играет и искренняя заинтересованность в предмете. Мария очень увлечена историей, и это хобби стало залогом получения максимального балла по ЕГЭ по этому предмету. А это первый подобный случай в первой школе. У меня к истории определенные чувства. Я, в принципе, могу заниматься день и ночь, мне не тяжело. В 11 классе я очень много читала, смотрела документальные фильмы и перешла на чтение вузовских учебников. Впереди теперь новый этап – освоение профессии. Помимо просто симпатии к будущему делу жизни, выпускницы руководствуются и прагматичным расчетом. Я хочу поступить в университет, скорее всего, в строительный, как хотела изначально. Это все очень широкая область, и, в принципе, строительство очень актуально, потому что мы всегда будем строиться, нам всегда нужно будет где жить, где работать. В целом, интерес к учебе повышается год от года. Молодежь, в том числе и из Десногорска, понимает, без достаточной базы знаний победить в будущей конкурентной борьбе вряд ли получится. Однозначно не уменьшается интерес к учебе, особенно 10-11 классы, потому что дети сюда идут целенаправленно, идут за знаниями, и они уже знают, куда планируют поступить и что им необходимо подготовить для успешной дальнейшей жизни. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.